Тебя. Не бойся. Иди за мной. Иди, 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 иди. Прячься, прячься скорее. Я отрублю ему голову. Сперва проверь. Если ты обманул меня, мальчик, я затравлю тебя леопардами. Мальчишка сказал правду! Вот, что я там нашел. Я строг, мальчик, но справедлив. За то, что ты сказал правду, я щедро награжу тебя. Дай сюда золотые. Дай. Мальчик, я дарю тебе жизнь. Оттащите леопардов. Спасибо, маленький братец. Когда тебе понадобится моя помощь, приходи ко мне. А где тебя найти? Я живу далеко, в джунглях, за старым городом, у горбатой горы, где шумит зеленый бамбук. Я живу там, где растет дикая слива, и шесть медвежат кричат «Хоу!» и валятся на спину. А когда с дерева падает лист, тигры сбегаются посмотреть на это зрелище. Приходи, маленький братец, ты мне понравился. Ты мне тоже. Козы! Козы, я крепче! Иди, иди! Почему ты ее отпустил? Я испугался тебя. Ну, хватит разговаривать. Скажи, где она живет? Я не знаю. Знаешь, вы стояли обнявшись, как старые друзья. Скажи, или тебе будет плохо? Мне и так плохо. Я сирота. Сирота. Слушай, сирота, скажи, где живет Антилопа? Скажи, и я тебе дам золотую монету. Мне не нужна монета. Хочешь, я дам тебе все
эти монеты? Если мне не нужно одной, зачем мне все? Ты думаешь, что антилопа даст тебе больше? Скажи, где она живет? Скажи, 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 скажи! Скажи! Я пожалую с Радже. Который летает по воздуху. У южного Раджи жена умеет превращаться в птицу. Все это я видел уже много раз. Уходи. На Западе есть волшебная палочка, которая доставляет еду. А у меня ничего нет. Уходи. Которые ты подобрал. Все, 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 все. Может быть, они фальшивые? Сейчас мы их проверим. Сейчас мы их сравним. Сейчас я их сравню со своими. Сейчас мы их проверим. Сейчас я их сравню. Сейчас я их сравню. Сейчас я их сравню. Я рад за тебя. Они настоящие. О, великий Раджа, ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты. Ай-яй-яй-яй-яй, что я наделал? Как же я теперь отличу твои деньги от моих? О, Раджа, отдай! Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои. А своих денег я не намерен отдавать никому, никому. Раджа! Увы, мои деньги лучше моих людей. Деньги у меня настоящие, а люди фальшивые. Вы клянетесь мне в своей преданности, антилопы достать не можете. О, великий Раджа! Ведь я с этим шел к тебе, чтобы сказать, что в деревне есть мальчик,
знает, где живет антилопа? Мальчик, который знает, где живет антилопа, доставить его во дворец. Отца приказал доставить тебя во дворец. Я не сделал ничего дурного. Возьми не мальчика. Солнца, ты не принесешь 10.